Это видео было записано еще 11 сентября 2018 года. Набираем 50 лайков под этим видео, и я выпускаю вот это офигенное видео про черепашек-ниндзя. Не игра, не летсплей, не прохождение, а очень интересное видео про черепах. Также нажимаем на вот эту красную кнопку подписаться и нажимаем на колокольчик. Приятного просмотра. Так... Мне нужно... Тебе нужно найти верники. Один выход. Что? А я тут не был. Так. Батарейка. Алло, а можно типа открыть дверь? Ну там ведь никого нет. Ключ. Может быть, ее вышибить надо. Блин. Опа. Я понял, что за намеки. Мне специально, он специально выбежал. Ну, типа, обязательно было только что открыть эту дверь, чтобы выбежал этот чувак, когда я буду возвращаться обратно. То есть, да, тут все сделано на... Как называется? Не на пасхалках, а... Почему я это не смог выговорить сначала? Заскриптовано все у нас тут. Так. По-моему, тут надо идти до конца. Нет. Блин. Я не допрыгну. Так, ну я шарю, куда сейчас идти. Хорошо. Но все запутано. Блин, ключ от двери той грёбаной еще найти надо. Как? Точнее, где? Ой, где? Типа вернуться, имею в виду. Сейчас я возьму уже этот ключ, а мне вернуться еще надо, понимаете, в чем? Мне туда надо или сюда? Да, фух, я думал, мне за то окно надо. Так ты не встанешь? Ну, хоть сохранялка. Так, тут ничего нет, документы какие-нибудь. Ничего нету. Кстати, можно вернуться каким-то другим путем. А, нет, тот же самый. Не буду тратить время, просто валим. Документы, которые я, кстати, пропустил. В смысле? Вы что, издеваетесь? Господи, куда дальше бежать? Так. Здорово. Пока. Так. Понять бы... Вот, по-моему. Мне сюда? Фух. Это было трудно. Кто спросит, это было легко или нет, это было трудно. Запутываться очень легко в этой игре. И это главная проблема. Чё ты закрываешь двери, ты? По-моему, они на него работают. Так, закрыто. Это замечательно. В прошлый раз, когда я был на кухне, меня заскремерило со всей силы.
Скорее всего, это сейчас тут документик будет лежать. Здорово. Не вопрос. Я дурак? Чем сюда пришел? Это столовая, кстати? Это, скорее всего, столовая. Крутая столовка. Так, батареечка какая-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Ничего нету. Надо бежать к лифту. Все, бегу нафиг. Еще один ключ. А это думаю. Зачем мне эта гребаная кухня? Вот зачем. Я думал, что сейчас нафиг уеду, уже все хорошо. А тут еще ключ нужен. Понятно. Короче, ключ в одной из этих комнат. Что такое? Тоже мои стримы смотришь? Да? Опа, я могу это заснять. Отлично. Короче, будем закрывать двери, в которые мне не надо идти. Туда мне не надо идти. Не понял. Так тут я уже, получается, везде был. Щель. Тут чувак, что ли, живет? Здорово. Выход. Который закрыт. Меня ни разу не пугали в кабинке. Меня испугают хоть раз в кабинке. Поехали. Ни разу не испугали в кабинке, серьезно? Тут? Нет. Ну, типа, открою кабинку, а там скример. Ни разу такого не было. Обидно даже как-то. Еще одна комната. А, вы вещи уже собираете? Ребят, смотрите, вот джинсики, нормально все. Они уже вещи собирают. Молодцы, молодцы. Никаких документиков нету. А на меня сейчас никто не нападет из вас, которые молятся? Ребята, вы же тут все нормальные, правда? И хрен его знает, где этот ключ. Тут же куча одинаковых комнат. Я подумал, что это документ. Надо, наверное, во все комнаты позаходить. Я просто... Я понял, что это... Опа, документ, отлично. Сюда вот ради этих документов и пришел. Так, тут нет смысла идти. Короче, мне все-таки туда надо было идти. А сюда я пришел, наверное, ради батареечки. Отлично. По максимуму ходим по всем комнатам. Так, теперь надо вернуться в ту... Вот, в эту комнату. Так, смотрите-ка, я на улице. Так. Главное сейчас бы не упасть. Эй, что ты делаешь? Нет, не сюда, он застрял, кстати, в текстурке только что. Отлично, сохранялка. Тихо. Воу. Воу. Свечки. Других путей нет. Давайте заснимем. Я засниму чувака свечкой. Воу, стены. А ну-ка, можно стены заснять? Нельзя. Воу.
они вылетят, два чувака, которые хотели меня, ну, типа того, убить. Ладно. Я думаю, это надо снять. Ключ есть. Так. Сколько? 23 минуты. Блин. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправил лифт. Он отвезет тебя к свободе. Мы все будем свободны. Нет, мой сын. Так. Давайте лучше доснимем. Отлично, ребята. Я заснял. И ачивку дали. Ура! Ну это круто. Так, мне нужно доснять сначала вот эту вот серию. Короче, да. Мне пришлось очень-очень быстро уходить, поэтому да, мы остановились на том, как, ну, скорее всего, священник умер, да? Ну, как умер? Он сгорел. Да, короче, все, священник, все, ключ нам дал, спасибо тебе огромное, тут ему молятся всякие вот тоже монстрики, и сейчас мы будем выбираться. Тут, кстати, это церковь, да, прям церковь в больничке, нормально так сделали, интересненько. Свечечки, никаких документиков нету, наверное, больше ничего не будет. И, по-моему, ты на меня нападал. Вот если честно, да? Так. Прикольные пузырьки, кстати. Ладно, все. Мне нужно сейчас уходить и заканчивать эту серию, потому что я это все вставлю в одну серию. Чё? Серьезно? Куда меня это приведет? Мне просто интересно. Так. Я на вебку посмотрел, как я выгляжу там. Так, мне сюда надо будет идти вправо. Опять он. А мне куда угодно, типа, надо, да? Главное спрятаться от него. Опять он, кстати, блин. Он просто за мной бегает всю игру. Фух. Так, тут что-то интересненькое есть. Смотрите, тут есть Пепси. Наверное. Ты ко мне зайдешь? По-моему, он под кровати не заглядывает. Вот если честно. Я просто не понимаю, с какой он стороны. Вижу. Я просто не шарю, куда идти. Куда? Выход? Выход! Сюда! Так. Блин, еще, кстати, фиг найду этот лифт. Господи, сейчас надо в лифт идти. Где этот лифт, гребаный? Надо найти лифт. Так, интересно, он мое откроет? Еще одно открыл. Только ко мне не иди. Все? Я не понимаю просто.
Серьезно. Так. И... Ай. Мне эта штука пугает больше, чем я, блин... Чем меня это здоровило. Я так понимаю, что мне сюда. Опа. А тут у нас есть и батареечка. Но мне знаете, что не нравится? Что нет ни одного сохранения. Опа. Я только что сказал про сохранение, и сразу же сохранялочка. Ну и конечно же, путь к свободе. Походу все. Эй. Все? Выход. Да. Ну все. Так. Опа. Ага. Мы куда-то не туда едем, по-моему. Это надо заснять. Я бы выбрался через лифтовую шахту, либо же нажал вот сюда вот на кнопочку вверх. Но я не могу этого сделать, потому что кто-то управляет моим лифтом. Что? Лифт уехал? Серьезно? И лифт уехал. Ладно. Что ж, друзья, на этом я думаю, что можно уже заканчивать. Давайте посмотрим. У меня только что пролагало все. И здесь, вау, лаборатория. Я на этом буду, друзья, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Следующая серия, наверное, будет уже финальная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите свои комментарии. Не забывайте делать репостики, поддерживайте меня, там, всякие комментарии. Все, на этом все. Всем удачи. Финальная серия. Пока. Ну, будет следующая. Пока.